Всем привет, друзья! С вами, как всегда, дядя Вася. И сегодня я вам расскажу свое впечатление о полноспектральной светодиодной лампе. О тех диодиках, которые я заказывал на eBay и уже протестировал. Уже некоторое время у меня лампа эта стоит в аквариуме. И уже есть впечатление... Есть уже положительный отзыв о ней. Что могу сказать по использованию этой лампы? Вы точно останетесь довольны, если приобретете эти диоды, сами спаяете их на каком-нибудь теплоотводящем материале, который будет вам радиатором. Каждый использует все, что находит под рукой обычно. Тут уж ваша фантазия и... что найдете вам в помощь. Сколько по времени они будут светить, я, честно говоря, еще не знаю, пока они светят уже сколько тут, пару месяцев. И скажу, что эффект от них виден сразу. Растение начинает приобретать более сочный вид. У них рост быстрее у растений идет. Также они, знаете, вот становятся такие более мощнее, что ли. Вот они такие более толще. Ствол сам становится у растений. Уже листочки начинают такие вот подлиннее быть. Ну, видно, что растение очень такое становится сильное. Благодаря вот такому освещению. Они, растения вам внешним видом своим говорят... Спасибо за такие классные светодиоды. С такой лампой уже можно поэкспериментировать с разными растениями, не только которые такие простенькие, уже можно покушаться на более требовательные растения. Я думаю, что вполне можно сделать это, но опять же, будем пробовать тестировать, а там уже... Практика покажет, что да как. Но однозначно скажу вам, что останетесь довольны. Это на 100%. Сколько до меня я читал отзывов. Люди хвалили эти диоды, эти лампы. Из таких диодов. И самодельные, и покупные. И все оставались довольны. Полностью всех устраивало все. Я тоже принял, так сказать, участие в этом эксперименте. Остался доволен и вам рекомендую. 100% останетесь довольными. Ссылочку на товар оставлю в описании под видео. Если кому-то будет интересно приобрести такие же диоды, чтобы в вашем аквариуме хорошо росли растения, то можете смело перейти и заказать себе. Продавец проверенный, не кидает и товар доходит к вам. А у меня на этом все. Спасибо вам за просмотр. Делитесь своим впечатлением о таких лампах, насколько они вам понравились. Также ставьте пальцы вверх. Кто не подписан на канал Дерюсь, обязательно подписываемся. И до новых встреч в новых видео. Пока-пока.